Нетрезвые водители представляют огромную опасность на дорогах. А для того, чтобы уменьшить число аварий с участием людей, находящихся в алкогольном или наркотическом состоянии, ежемесячно сотрудники ГИБДД Ленинского района в рамках профилактического рейда «Нетрезвый водитель» проводят массовую проверку автомобилистов. На протяжении недели инспекторы перемещались из одной точки района в другую, останавливая практически все проезжающие машины. Большинство граждан, как, например, Олег Луговой, с пониманием отнеслись к такому рейду. У меня не было таких нарушений, потому что я не пью. И на такие рейды я смотрю с одобрением, потому что ездить за рулем пьяным – это очень серьезное преступление, я считаю. Но несколько правонарушителей выявить все-таки удалось. А свидетельство на состояние алкогольного опьянения на месте будете проходить? Нет. Медицинское свидетельство на состояние опьянения к врачу поедем? Нет. Теперь пойманные водители, оказавшиеся в состоянии опьянения или отказавшиеся от медицинского освидетельствования, понесут предусмотренную административную ответственность. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и также лишение водительского права на право управления средством. От 18 месяцев до 24 месяцев. Если у нас будет повторное такое же нарушение, либо пока человек уже лишенный находится, либо в течение года после лишения идет уголовная ответственность по статье 264 прим. 1. К сожалению, даже с ужесточением наказания статистика показывает, нетрезвых водителей на дорогах меньше не становится. Сотрудники ГИБДД призывают граждан не оставаться равнодушными к проблеме и своевременно сообщать о подобных случаях. Они уверены, что только общими усилиями возможно снизить количество ДТП, в которых виноват нетрезвый водитель.